Всем привет, меня зовут Людмила, мне 36 лет, я с Украины. Я мама в декрете, зарабатываю онлайн. Я партнер очень классной, самой крутой компании Healthy. Ребят, заходите к нам, и ваш чек будет самым большим. Рекомендую. Всем привет, я Ксения, мне 42 года, проживаю в Польше, в Кракове. Работаю в проекте Healthy онлайн, партнер проекта. Я с Healthy. Всем привет, меня зовут Екатерина, я из города Кривой Рог. На данный момент нахожусь в Султанат-Омане. Я домохозяйка, мать четверых детей, и я являюсь партнером Healthy. Здравствуйте, меня зовут Александра, мне 40 лет. Я из Полтавской области, селище Котельва. По профессии я повар, кондитер. На данный момент я домохозяйка и сотрудничаю с компанией Healthy. Я партнер Healthy. Здравствуйте, я Ирина, мне 57 лет, живу я в Киеве, по образованию я технолог швейного производства. На данный момент я работаю в компании Healthy Online. Меня зовут Елена, мне 60 лет, сейчас я проживаю в Москве, по профессии я товаровед, а сейчас я в Healthy. Меня зовут Татьяна Бойко, мне 52 года, проживаю в городе Кривой Рог, домохозяйка. В компании Healthy я уже месяц. Здравствуйте, меня зовут Надежда. Я проживаю в Белоруссии. По специальности я медработник, а сейчас работаю в компании Healthy. Очень всем рекомендую присоединиться. Добрый день, друзья. Я партнер проекта Healthy. Мое имя Елена. Проживаю в Украине. Работаю продавцом-консультантом. Так что приходите и вы, сами все увидите и убедитесь. Проект супер!